Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал «Сочи и путешествия». Сегодня мы уехали на Красную Поляну, на каток с детьми. Ой, молодец! Ой! Все? Накатались, конечно, вдоволь. Дети и внуки катались. Весело было, восторг. Радости не было предела. Ну, я, конечно, с трибуны за всем наблюдала, потому что побоялась встать на коньки. А дети радовались, смеялись, падали, вставали, учились кататься, кто как мог, и хохотали. Время провели отлично, весело и хорошо. И дети до такой степени навеселились и накатались, что потом просто утухли в машине. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Ну, а теперь пока-пока. До встречи!